Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений патриарха Алексея II. Вопрос 2601. Какими вы видите новые религиозные сценарии в мире в связи с усилением экстремизма? Отвечает патриарх Алексей II. Последнее время роль религиозности в обществе усиливается. Терпят неудачу попытки ограничить религию рамками частной жизни. Правительства и народы многих стран убедились в том, что секулярное общество с минимальными проявлениями религиозности – это не гарантия от конфликтов, а их стимулятор. В то же время некоторые деструктивные силы пытаются использовать усиливающийся религиозный фактор в своих низменных целях. Волна экстремизма, особенно терроризма, который, уверен, противоречит практикам всех традиционных мировых религий, должна подвигнуть к активизации их диалога, целью которого стало бы преодоление угроз религиозному миру. Конечно, экстремизм возникает в определенных социальных условиях, и любая религиозная община должна стараться в сотрудничестве с государством и обществом изменить эти условия в лучшую сторону. Стремление исцелить агрессивные устремления людей привело бы к воплощению в жизнь призыва святого апостола Иоанна. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Конец цитаты. Я в связи с этим полагаю, что борьба с экстремизмом не должна идентифицироваться в сознании уничтожением конкретных лиц с ненавистью по отношению к каким-либо религиозным, национальным и социальным группам. Практика создания образа врага, который иногда используется недальновидными политиками, может привести к усилению противоречий в обществе. Конец цитаты. Отвечает Игнатий Лапкин. Почему патриарх не стал рупором Иеговы? Почему он не сказал ничего про Армагеддон, про апокалипсис? Он совсем не верит в написанное в Библии? Почему такой позор он решил брать на свою седую голову и уводить людей совершенно в иную сторону? Евангелие от Луки, 21 глава, 26 стих. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Конец цитаты. Патриарх обязательно будет наказан вместе со своим синодом. Книга пророка Иезекииля, 44 глава, 10 стих. «Равные левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израилева, которые, оставив меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою». Притчи, 27 глава, 12 стих. «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 3 стих. «Ибо, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие в чреве, и не избегнут». Третья книга Ездры, 16 глава, 22 стих. «Вот на земле будет дешевизна во всем, и подумают, что настал мир, но тогда-то и постигнут землю бедствия, меч, голод и великое смятение».